Добрый вечер. Вы сейчас находитесь на нашем совете директоров, на котором мы будем обсуждать, чем же мы лучше других компаний. Я передаю слово нашему главному программисту Эдгару. Здравствуйте. Во-первых, хочу поблагодарить вас за предоставленную возможность как каждому из нас самореализоваться, так и продвинуться в каждой своей сфере, например, как я в IT. Вот. Наша команда дружна, а значит, мы уже выполнили проект наполовину. Почему? Потому что мы команда, а значит, мы сила. Вот. И остальная часть работы заключается за каждым из нас. Вот. Поэтому, если мы все постараемся и поработаем, мы выполним проект на 100% и выиграем. Продолжит Александр, наш электронщик. Да, значит, пришел с целью реализовать свои знания и опыт в электронике. Также надеюсь, что наша команда будет крепкой и сильной, и мы победим. Передаю слово нашему пиар-менеджеру Сергею. Для меня это нечто новое, пиарить какую-то команду. Никогда этим раньше не занимался, поэтому надеюсь, то, что мы уважаем в этом деле. Команда достаточно плотная, мы все знакомы друг с другом. И поэтому считаю, что мы сможем это сделать. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side.